Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Многие просят записать видео, как обстоят дела в моем приюте для кошек. Нормально обстоят. Вот сейчас кормежка. Но это только малая часть их. Многие просто меня боятся и не выходят. Одна красавица вон там, и так они по всему приюту сидят. За это время удалось устроить много кошек в добрые, хорошие руки. Правда, и пополнение есть новое. Вот этот рыжик, вот этот, который слева. Вот это пополнение. Есть еще пополнение, но этот рыжик только у меня вылечился. Вот. Вообще все рыжики, они почему-то рядом. У меня еще 4 рыжих есть. Вот. Также, пользуясь случаем, хочу выразить Анне благодарность от моего имени и от имени вот этих всех хвостатиков за то, что она уже 2 раза внесла свой вклад кошкам. Так, по традиции Марусеньку покажу. Маруся, не бойся, не бойся. Она у меня полностью слепая. Ну, красавица. Ну все. Ага. Трусиха, главное, одна из подошла. Здесь еще много трусих. Сейчас пойду в другую часть. В другой части тоже насыплю им еды. Потому что они немножко обособленно живут. Одна группа не дружит с другой, но что поделать. К зиме подготовились. На днях покажу вам, если будет время, для них новые домики, который сделал, чтобы они зиму перенесли. Но у нас зима не сложная, не холодная. Минимум это +5. Ну все, всем удачи и успехов.